Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Huawei P40 Pro. И сейчас я покажу, как добавить свой отпечаток пальца на этом телефоне. Итак, нажимаем пункт «Настройки». Затем мы с вами спускаемся вниз до пункта «Биометрические данные и пароли». Затем нажимаем «Пароль экрана блокировки» и устанавливаем какой-то пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я установлю такой вот элементарный для себя. Вы себе ставьте какой-то более нормальный и невзламываемый пароль. Регистрация отпечатка пальца. Он сразу предлагает, я пока нажму отмена. Вот, видим, что у нас уже есть пароль экранной блокировки. Теперь мы нажимаем уже отпечаток пальца. Вписываем пароль, который только что с вами придумали. И нажимаем новый отпечаток для датчика на экране. Нажимаем регистрация отпечатка, нажимаем ОК. И до подсвечиваемой, и прилаживаем свой палец к подсвечиваемой области. И все время. Так, лучше всего телефон взять в руку, конечно, в этот момент. И прижимать свой палец к сканеру. К области сканирования. Даже так будет правильнее сказать. Так вот. Вот каждый раз немножечко меняем место.